Исполняющая обязанности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что евродепутаты, которые хотят объективно оценивать ситуацию на Донбассе, могут посетить республику по приглашению ее руководства. Таким образом, отметила глава ведомства, европейская общественность может пользоваться официальными и достоверными источниками информации. По ее словам, безопасность гостям будет гарантирована. В МИД полагают, что иначе качество оценки ситуации в регионе со стороны европолитиков будет неудовлетворительным. В качестве примера там привели отчеты польского депутата Европарламента Малгожати Гасиевски «Российские военные преступления на востоке Украины и 28 заложников Кремля», которые были зачитаны 5 апреля. Никонорова подчеркнула, что эти тексты противоречат данным официальной миссии ОБСЕ, содержит фотографии социальных сетей и других СМИ «Правдивость», которых крайне сомнительно, а сам автор на Донбассе никогда не был. Никонорова в этой связи порекомендовала депутатам Европарламента начать оперировать фактами, а не домыслами.